Считай, что это твое посвящение в Dead Secret. Готов к первому заданию? Ты должен обойти систему безопасности Bloom, пробраться в здание, найти, где хранится твой профиль сети ОС, и удалить его. Не знаю, что в этом досье, но это все херня. Меня это уже достало. Ну вот и сотри его. Мы следим за тобой. Не отставай. Зря тратишь время. Нет его. Ага. Так это он. У него пушка. Это плохо? На этот случай у вас есть я, так ведь? Засекай. Любопытно. Все. Вошел. Так быстро? И не говори, я не знаю. Без понятия. Не, давай без синонимов. Отвечай нормально. Я не очень люблю инопланетян или видеоигры. Это не просто инопланетяне. Ну ладно. У кого-нибудь еще проблемы с телефоном? Боже! Кто он? Он... Ретро. Хакер Home Domain Awareness? Этот Ретро? Да. Мы же уже говорили. А, я прослушал. И что там с ним? Он вырос в Окленде, а родился... Короче так, он давно висит на канале DeadSec и вроде надежный. Вот я и решила его потестить. На максимальной сложности, я бы сказал. Удалить свой профиль сети ОС почти невозможно. Хочу понять, он умный, упрямый или псих. ТОС, он помечен как подозреваемый в деле о кибервзломе. Он сидел? Общественные работы. Не было улик. Сработали предиктивные алгоритмы СТОС. Но если ты в системе... То уже насовсем. Охренеть! Он это серьезно? Времени нет, запаска скоро врубится.
он собрался в этот ад? Там внутри минимум градусов 120. А он не прост. Идет до конца. Продвинулся дальше всех. Это как найти коровий уровень. Почему такой уровень угрозы? Полная херня. Или можно... Оставлю тут лазейку, чтобы потом вернуться, если что. Сори, Блюм, у нас еще остались кое-какие дела. Выходит. Покой. Слышали это? Он от нас не уйдет! Сдавайся! Спасай. Куда идти-то? Жош, все
сейчас, сейчас. Сраный Блюм! В 2013-м в Чикаго удалось внедрить CTOS, охватывающую весь город систему, призванную обеспечить безопасность и оптимизировать работу городской инфраструктуры. При помощи пары сотен строк кода хакеры загрузили вирус в центральные серверы и парализовали систему. Многие считали, что развитие умных городов на этом закончится. Напрасно. При поддержке специалистов Кремниевой долины на территории США появилась новая система CTOS 2.0. К единой сети подключено более 6 миллиардов устройств, собирающих информацию о нашей жизни и призванных сделать ее проще и безопаснее. Сеть проникает повсюду. Но что это значит? От большого брата теперь не скрыться. Тысячи глаз следят за вами и создают подробное цифровое досье, которое можно купить, продать или даже украсть. Игрушки собирают данные об увлечениях детей и отправляют производителям. Умная бытовая техника предоставляет корпорациям доступ к вашим личным тайнам. В любой момент кто-то может перехватить контроль над вашим автомобилем или смартфоном. Вам кажется, что на вас это никак не отразится, но знайте, ваша цифровая тень уже в зоне риска. Страховщики изучают ваш образ жизни, чтобы определить условия страхования. Медучреждения вычисляют год вашей смерти, чтобы понять, стоит ли вас лечить. Изучая ваши действия в сети, специалисты внушают вам, чему верить и за кого голосовать. Ценность вашей жизни измеряется в байтах. Таков новый порядок. Выйти из системы невозможно. Но есть те, кто готов защищать свободу до последнего. Активисты, разоблачители, хакеры — серьезная проблема для новой элиты. Кто они? Угроза или наш последний шанс отстоять свободу? Шанс отстоять свободу. Ну? Я с вами? Да, ты в Дедсек. Я Ситара, а этот зайчик Джош, он же Соулс Чили. Ю, так это был ты? Чел, с общагой круто, профи. Спасибо. Этот псих Рэнч. Нужды большинства. А этот Казанова Гораций. Привет, брат. Привет, чел. Это все, да? Долго же вы меня искали, блин. Вы сами видели, Блюм. CTIS — это не просто управление инфраструктурой. Они насобирали такое количество личных данных, это просто отвал башки. Да. Большой брат и маленький брат буквально два в одном. А? Она все видит и стучит на тебя. Спасибо, Джош. И что нам делать? Кувалды и огонь. Нет, горящие кувалды. Ой, разлив. Столько данных в одном месте. Ты еще заявление не подал, а тебя уже отфутболили. Поздравляем, вам было досрочно отказано в кредитной карточке. Судя на дом в страховке, черт. И это еще не худший сценарий. Все эти данные у правительства. Арестуют тебя, мама, сказать не успеешь. Так все и было. И я понял, почему. Знаете что? Нахер! Задолбало! Мы хакеры! Мы умнее, мы наглее! Разрушим эту сраную стену! Покажем всем, что такое Блюм! Покажем всему миру, что нас лишают свободы при помощи наших же личных данных! Блин! Я оставил бэкдор, так что войдем без проблем. Постой. Чего? Он оставил бэкдор, так что для нас дверь открыта. Точно.
Привет. Время есть? Ну да. Сейчас, сейчас. Что-то поздновато для пробежки. Что, копы догоняют? Или я коп. Эй, а я тебя знаю. Тусуйся. Попингуй, недоделанный! Сраный Блюм. А я пойду и буду тусоваться. Алло, это чья труба? Твоя, новая. А старая где? В океане. Ты же ее туда бросил. А, не помню. Упоролась. Приходи в хакерспейс. Чё? Проверь фотки на телефоне. Так, блин. Ладно, встаем, блин. Йоу, а у кого это я, а? Отстой. Знатно вчера покутили. Как на Мардигра. Для начала найди новые шмотки, а потом жди указаний. А, и подготовь телефон. Накачай по дороге нужное приложение. Черт, так набраться в первый день. Проехать невозможно. Вон! Живо!
Алло, нужна скорая помощь. Срочно! Крутяк! О, дайте посмотреть. Ситара, где тебя искать? Лови координаты и пароль для входа. Это безуспешно. Работа такая. Со мной как будто пытались найти контакт. Чувствовал себя как в том фильме про заложников. Ну, помнишь, психолог ходит доверие к террористу, пока группа захвата готовится заходить. И мне казалось, что сейчас они вломятся в окно. Прямо во время сеанса. Это прикольно. Давай покажу. Ну ладно. Снимешь нас на фоне этой красоты? Вот так, что ли? Да-да-да, отлично. Так, давай. О, супер! Слушай, а попробуй снять как бы снизу, от земли. О, извините. Вдох. Вечно что-нибудь. Thank you.
Ричард слушает. Пока-пока. Алло? Кажется, связь прервалась. Алло, нужна скорая помощь. Срочно. Я слушаю. Что у вас случилось? Алло? Пришлите скорую. Срочно. Бежим, бежим! Не наводи на меня! Все живы? Вроде ничего страшного. Эй! Зря твоя мамка аборт не сделала. Эй, так... Йоу! Наконец. Мы с Джошем поговорили и, знаешь ли, нагнуть Блюм не только твоя мечта. Чтобы нагнуть Блюм, нужно две вещи. Первое — сторонники, чтобы тебя не сочли троллем. А еще боты, много ботов для обработки данных CTOS. Да, Джош. Мы всю ночь возились с твоей софтиной, чтобы фолловеры могли ее скачать, а мы используем их мощности. Блин, реально? На самом деле? Реальнее некуда, так что вперед! Да, чувак! Варвары у ворот и готовы крушить черепа римлян! Сосредоточимся на крупнике, расскажем все про них ради лулзов, тогда все будут качать наш софт. Угу. Ага. Не парься, сначала что-нибудь бодрое. Маркус, глянь, я его просушил. Он выжил после купания. Вот, уверен, ты заценишь. Прошу, наше open-source приложение. Короче, в него мы все можем заливать найденные уязвимости и делиться ими друг с другом. Ну, все в таком духе. Да?
И что оно нам дает? Инструментарий. И неотразимость перед любым полом. На твой выбор. Нечто из разряда «я знаю кунг-фу»? Да, не будь это древним-древним баяном. Ну, суть ты понял. Узри чудеса технологии! 3D-принтер? Это Шварценеггер от мира принтеров. Может собрать целый арсенал смертельного оружия. Да ладно. Ага. Чуть освоить и... Опа! Хипстер-продавец смерти. Круто. Вот только я не хипстер. Ты себе-то хоть не ври. Давай, опробуй его. Только не сломай. Я рад, что наши ряды растут. Рад, что попал к вам. Вы все тут хакеры? Ну да, это же хакерспейс все-таки. Тут только наши люди. У всех тут свои специальности. Джош вон разные странные штуки мастерит. Сейчас со здоровенным дроном возится. А Рэнч? Неплохой инженер. Хотя больше любит все крушить. А, и Ситара. Первоклассный графический дизайнер. А еще, если так можно сказать, лицо и голос датсек. А ты тут кто? Чем занимаешься? А я координатор. Укротитель. Не знаю. Направляю силы датсек в нужное русло.
Слышал о Primate? Тоже хакеры, при этом те еще ублюдки. Да, я с ними уже сталкивался. Мне это не понравилось. Рад это слышать. Свяжись со мной, когда будешь готов, и я тебе все объясню. Операций против Primate всегда предостаточно. Твоя помощь будет кстати. Ничего так, да? Это впечатляет. Раньше мы отслеживали здесь новости, а теперь фолловеров. Тех, что пишут на стене? Нет, нет. Речь о конкретных данных. Сколько людей скачало наш софт, какие мощности в нашем распоряжении. Класс! Кстати, прямо сейчас мы загружаем на твой телефон приложение DeadSec. Как загрузится, открой его, выбери операцию и дуй в парк. Протестируем. Отлично. И еще. Поставила напоминалку, чтобы ты не забывал о нашей цели. Нарастить мощности, чтобы грохнуть Блюм. Религиозная организация «Нью Дон» обвиняет члена городского совета Миранду Камей в... Пошло дело! Недавно советник назвала организацию, цитирую, «мошеннической пирамидой». И, похоже, церковь отошла от законных способов борьбы. Личная жизнь советника стала... Я кинула 12. Впритык попала, но этого хватило. Мой паладин оставался в одном ХП. Но... Что? Ну, что нового? А? Софт готов. Я торчу в парке. Что тестируем? Сканируй людей и устройства. Посмотрим, что нароет профайлер. Так, мы находим цели для новых операций. Решаем проблемы и привлекаем внимание людей к DeadSec. Они загружают наш софт. Мы получаем новые данные. Круговорот. Да. А еще ты можешь найти компоненты для исследований. Хипстер-продавец! Это софт для добычи данных. Между прочим, это весьма навороченный инструмент. Смерти! Ладно, ладно, я понял. Что теперь? Что хочешь. Займись тем, что тебе нравится. Задание в приложении DeadSec. Чем больше сделаешь, тем больше подписчиков. А подписчики нам нужны. Их компьютеры увеличивают нашу вычислительную мощность. Без нее мы, как без рук. Маркус, поздравляю, фолловеров все больше. И сколько из них реально дают нам доступ? Так можно? Дело плохо. Сейчас пришли. Объект обнаружен. Повторяю, видим объект. Вижу оружие. Вы под обстрелом. Стоп, Петя! Бросай оружие! Цель попали.
цель. Да, мы потеряли цель из виду. Пытаемся засечь. Всем отрядом. Deactivated. Cheat activated. Deactivated. Нам нужно поговорить. Не дайте ему застать вас врасплох.